перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, дорогие друзья, всем, кто сейчас в эфире наблюдает наше включение. Также хочу поприветствовать всех, кто потом посмотрит наш эфир в записи. Что хотел рассказать. Сегодня стартовало наше шоу на просторах интернета. Наше шоу «Газлайф». Первый выпуск вы можете уже посмотреть. Я хочу поблагодарить нашего первого гостя, человека, который предрек провал шоу, но обрек его на успех своим личным присутствием. Спасибо, Юра, дорогое, что ты был с нами. Как символично, что сегодня в День космонавтики у нас вышел выпуск вместе с Юрой. Юра сказал, поехали. Заходите, смотрите, комментируйте, пишите свои критические замечания, ругайте нас. Нам интересно ваше мнение, хочется подкорректировать формат, найти какие-то вещи, которые не сработали. Короче, ЦСКА вперед, всем привет. Чтобы не сглазить, не буду желать команде ничего нашей сегодня. Вот, так что заходите, посмотрите и пишите, пожалуйста, свое мнение, потому что по-другому мы никак не сможем выработать тот формат, который нам будет интересен и вам, как зрителям, и нам, как весельчакам. Еще я хочу поблагодарить обязательно, конечно, моего коллегу, замечательного, веселого, остроумного, самоироничного киевстонера. Спасибо тебе, толстяк, ты просто красавчик. Вот. Нас ждут интересные гости. Вот. Формат такой дурноватый немного, но по-другому мы-то и не... Поэтому, дорогие друзья, смотрите «Газлайф», будьте в курсе, пишите свои вопросы тем гостям, кого мы приглашаем. Эти анонсы мы вывешиваем, и мы их будем задавать, задаем самые, что ни на есть. Санечка, приветствую тебя, брат. Как? Здорово, здорово, нормально все, ты как? Нормально, брат, нормально. По Москве мчу, на студию уже еду. Красавчик, у нас сегодня первая игра. Поэтому... Без слов, Сань. Убивай. Давай, хорошо, братуха. Хорошо. Давай, все, обнимаю. Все, обнимаю. Супруги, привет. Давай, обнимаю. Давай, давай. Давай, обнимаю. Так, так. Так что, Мухамба залупит. Так что смотрим, делимся мнениями. Пишите самые гадкие комментарии. Вот, лейте слезы. Лейте слезы свои. Хейтеры, какашьтесь. Блин, хорошее слово, да, Азам? Какашьтесь, да? Хейтеры, какашьтесь. Вот. Будем двигаться дальше, будем показывать новых гостей. Пишите, кого хотели бы видеть в гостях программы. Димас, привет.
Такие вот дела. Я на студийку. Все крепко обнимаю. Хороший вопрос вот пишет Черненко. Жена Дудя — это Степ? Нет, это не Степ. Это не Степ. Так что вот так. Приготовили много чего интересного для вас. Так что так. Газлай, бэйби. Обнимаю вас. Всем хорошего. Закатик-то какой, а? Сейчас покажу. Сейчас. Какой закат. Какие дали. Тюмень, привет. Тула, привет. Всем привет. Блин, кто там у нас на связи есть? Где там у нас на связи? Кто есть? Да елки-палки, пацанва, кто на связи есть? Кто на связи есть, братишки? Тифес на связи есть, елки-палки. А ну-ка. Хала-хала-хала-хала-хала-хала. Как ты, старик? Все четко, едем по Москве. Привет из Москвы. Брать, как настроение вообще, скажи, пожалуйста. Все, огонь, солнышко, наконец-то. Неужели потеплело? Скажи. Едем ценить новый выпуск Газлайва. Домой, прям к монитору. Поверните, вас, как... поверните направо. Мы, я на студию еду, брать. Там же от тебя... Мы же ждем просто, ждем. Все, скоро. Мы вчера поработали неплохо до ночи. Прям братишка, до самого. Я хочу услышать этот новый став по-братски. Что-что? Я хочу услышать этот новый став уже быстрее. Готовым, брат. Новый ставчик, да. Все готовится. Мы уже на прямой финишной, так что... Все, обнимаю, брат. Хорошо добраться. Обнял. Хорошо, брат. Продуктивного дня. Спасибо. Спасибо, брат. Обнимаю. Что там еще? Кто у нас в эфире? Кто еще в эфире есть? Кто еще есть в эфире нашей? Егор Петров. Есть? Так. Митя, еврей. Давайте поговорим с Митей. А Митя сегодня был на тренировке, Вань? Давай. Митя. Придавай. Кто там смеется, я услышал, а? Это не я, это весь народ. Кто смеется, скажи, пожалуйста. Настя. Какая? Продавщица из магазина. Друзья. Скажи, пожалуйста, вот хотел задать тебе вопрос, как у человека, который карабкается по ответственной стене спорта на вершину на Олимпс. Ты был сегодня на тренировке, Митя? Я сегодня дома пробежал 4,5 километра на Эльбе. Нет, именно на той тренировке, о которой я спрашиваю. Нет, там не было. Скажи, пожалуйста, насколько ты сокрушаешься и ты грустишь от того, что ты не ходишь на тренировку к Руслану? Скажи, пожалуйста. Сильно, но у него сегодня просто не было времени. Я завтра к нему иду. Он меня попросил перенести тренировку на завтра. Хочешь мою гипотезу? Да. Что ты просто специально так подстраиваешь, чтобы не было плана времени. Возможно такое, скажи, пожалуйста. Ну, гипотетически да, но практически, скорее всего, нет. Ребят, кто не знает, Митя — это человек, который занимается у нас всеми... Как твоя специальность называется, специфика? Кроме начальник того, что ты барвикер и торговец краденым, вот как твоя работа официально называется? Начальник проектного отдела и социальный медиамаркетолог. Ну, директор социального медиамаркетинга. Супер. Ну, типа... Скажи, сколько ты лет работаешь уже на Газгол? С какого года? 11 лет, с 2006 года. Сколько тебе лет было, когда ты пришел в Магазгол? 16 лет. 16 лет. Старик, как же при новой выгляде выглядел тогда, как и сейчас? Вот просто. Ну, сейчас лучше, мне кажется. Тогда. Нет, старик, знаешь, почему я это говорю? Потому что я еду с программы, я в гриме, брат. Я сейчас решил... Ты выглядишь замечательно сейчас. А вот, старик, Мить, можешь вот сейчас тебе, как бьюти-блогер, дам тебе совет. Берешь камеру, чуть выше поднимаешь вот так. Вот, идет... Вот совсем другой приятный человек. Так, вот. Так, не, и щечки внутри чуть подтяни все внутрь. Нет, ты сильно, но это too much. Так. Легко, потяни легко.
Старик, ты похож на Уилл Смита просто. Да, я сделаю снимок. Сделай все, Сереж, ты похож на Уилл Смита. Сделай. Чуть выше камеру. Старик, ты просто, когда ты засмеялся, ты похож на Уилл Смита. Видишь, как нужно брать друзьям, чтобы они улыбались, старик. Да, безусловно. Я хочу пожелать тебе, Эмиль, счастья, радости, чтобы все у тебя было хорошо. Спасибо. Я сейчас приеду, просто уже через 3 минуты буду в газе, я подъезжаю, старик. Я жду тебя, Вась, жду тебя. А у тебя, сука, знаешь, что увидел? Сразу в глазах вот настроение просто испортилось. Знаешь, как-то реле такой раз переключилось. Через 3 минуты будет, ты так... Нет, я жду тебя. Жду тебя. Всегда с нетерпением. До встречи. Я скоро буду. Я скоро подъезжаю. Давай всем ребятам скажи. Хорошо, ребята. Так, еще один. Одно подключение сейчас мы сделаем. Пока у нас есть секунда. Так. Strong Symphony. Саламе! Брат, как ты? Не слышно тебя, не слышно тебя. Видно, но не слышно тебя. Братишка, видно, не слышно тебя. Не слышно тебя, братишка, не слышно. Не слышно тебя, братишка. Брат, мы тебя, ты потом за все обнимаем тебя, крепкого здоровья, всего самого... самых лучших ярких битов, брат. Не слышим тебя, не слышим, но видим, брат. И сердца наши бьются в такт с тобой, брат. Хала, 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 хала. Казахстан, привет. О, Киевстонер, наконец-то вышел на связь. Оса. Алло. Как дела, Михалыч? Алло. 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 Что там улица шепчет? Старик, ты говоришь, как будто через вокодер. Хала, хала, хала. Я говорю, что там улица шепчет. Сука, да что ж у тебя никогда интернет не работает, а? Да в смысле? Не-не, у меня все четко. Ты только свои козюльки и можешь крутить. Интернет не работает. Да. Алло. Да не работает у меня. Алло. У меня все работает. Алло. Алло. Алло, Леха. Слышно? Алло. Алло, Леха. Да. Алло. Леха. Алло. Леха, алло. Алло. Слышишь? У меня сегодня праздник. У меня сегодня Инстаграм короновал. Слышишь? Да я видел, ты плакал как сучка просто сегодня. Я видел. Да, да вообще, понял. Ну просто... Я теперь порядочный инста этот, инста-штрих. Что, я смотрю, там новый выпуск с нами вышел? Я начал смотреть, сейчас досмотрю. Первый вышел, брат. Первый вышел. Михалыч, ну это победа, это маленькая победа. Брат, представь, что мы с тобой два недалеких, непутевых, ограниченных весельчака, которые шутят так, что люди... либо начинают теряться, умирать и прятаться, либо говорят, фу, это что за стой, сделали шоу, и мы продержались 50 минут. Вообще, не, ну это 50 минут на бумаге, а так-то мы, ой, на, в эфире, а так-то мы больше не, ну, ты, снимали. Ну, ты видел? Ты посмотри, пожалуйста, вот момент, где выходит Юрина жена, посмотри, как там сейчас музыка подложена. Сейчас я вот не успел досмотреть, потому что по делам полетел. Посмотри, как там музыка подставлена какая, посмотри, пожалуйста, ой, это ой, просто ой. Топчик. Просто вот глянь, и тогда ты, сучка, заплачешь опять, ты будешь просто умирать, ты будешь давить, краить. Да не, я уже все выплакал. Брат, все сегодня, сегодня был у Вани Урганта в гостях, и я на диване и за кулисами передавал казбеки, брат, тебе. Я придумал название вот этим штучкам, брат, это казбеки, брат, просто. Как?
Казбек. Казбеки? Да, казбеки. The Казбек, понял? Потому что возвращаюсь. Ну все. Ну все. Маши. Брат, я приехал на газ. Тебя обнимаю. Я побежал делать рэп. Все, прощай. Обнял.